Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Dodge Y7, и сейчас я покажу вам, как на этом телефоне проверить ваш серийный номер и номер email. Итак, для того, чтобы это сделать, вначале вам нужно перейти в приложение «Телефон», после чего открыть звонилку, открыть клавиатуру и вписать звездочка решетка 06, и внимание, как только вы нажмете на решетку, 03 написано. 06 нужно написать, и как только вы нажмете на решетку, вы увидите два номера email. Отлично. Как же найти серийный номер? Для этого вам нужно перейти в приложение «Настройки», после чего спуститься в самый низ, выбрать пункт «Система», затем «О телефоне» и, внимание, да, боже, баран, я вообще не понимаю, как можно было так назвать. Здесь выбираете «Общая информация о телефоне», да, то есть еще раз «О телефоне» и «Общая информация». И здесь вы увидите серийный номер вашего устройства. Вот такой мой. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!